Вот простой ответ. Повлияет, скорее всего, плохо, потому что все криптовалюты, которые присутствуют сейчас на рынках, они имитированы, вернее, не имитированы, их юрисдикции как бы находятся вроде неизвестно где, но для их обслуживания вы используете трансграничные операции, скорее всего. Потому что ну, за тенге напрямую купить, наверное, фактически нельзя, вам приходится проводить какие-то конверсионные переведенные операции. Соответственно, это происходит отток капитала из страны в настоящее время. То есть в моменте это происходит ухудшение платежного баланса. Дальше надо смотреть, потому что есть влияние через там, энергосекторы, когда вы майните и вроде вы потребляете больше энергии. Но я, если честно, вот в это не очень верю, что это действительно является каким-то ну, производительным фактором, который прям использует там, энергию для этого. Для этого проще всем тогда дома включать зажженными микроволновые печи, там, включить все дома, и пусть это все работает, и мы будем потреблять энергию на благо Казахстана. Но это немного не то. Я вот не очень еще понимаю. Я готов по этому поводу отдельно подискутировать, когда будет время. Я готов слушать людей, которые обладают аргументами и считают, что, например, в этом есть смысл. Я хочу это услышать. Пока, по крайней мере, те источники, которыми мы пользуемся, пока ответов на эти вопросы не дают. Пожалуйста. Да, пожалуйста.